Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Мы тут в небольшой такой пробочке, медленно текущей. И я подумал рассказать вот кое-чего. Сегодня в скайпе, а сегодня воскресенье, я был на даче. Сегодня в скайпе написала мне женщина, которая интересуется онлайн-классом. Живет она на восточном побережье, там где-то вот, ну пусть будет Нью-Джерси. Вот она живет в этом, на восточном побережье. И у нее как бы позывной ее в скайпе такой как бы связан с фитнесом. То есть она как бы тренер по фитнесу такого плана. Женщине, судя по профайлу скайповскому, 46 лет. И она говорит, вот я хотела бы там в онлайн-класс. Ну, а я вижу фитнес, а я, знаете, как фитнес вижу, или что-нибудь связанное там со здоровьем, с питанием. Я говорю, давай, вот что-нибудь расскажешь у нас на канале об этом деле. Ну, я начинаю интересоваться, вот говорю, там, как, что. Она еще спрашивает, нельзя ли разбить. А там всего-то $1000, то есть не то, что там не 3, не 5, не 10, ну, там $1000. Она говорит, а нельзя ли разбить там на несколько платежей, там еще что-то. То есть это человек, у которого вот нет свободной $1000. Что не так часто бывает на самом деле, с учетом того, что она здесь достаточно давно. И рассказывает женщина, что она, вот, Свет, ты слушай, то, что мне твое мнение интересно тоже. Она собиралась к нам пойти учиться в 2013 году, то есть 5 лет назад, когда ей был всего 41 год, а не 46. И я хочу сказать, что разница между 41 и 46 очень большая. Вот из моего опыта, да, когда я смотрю на людей, меняющих профессию, 41 и 46, вроде бы там, что там, 5 лет. Понимаете? И 36-41, 5 лет, тоже очень большая. Вот это такие 5 лет, которые дорогого стоят. 5 лет назад, в 2013 году, она думала пойти учиться на тестера. Но, перебирая разные варианты жизненные, так сказать, она решила пойти учиться на фитнес-инструктора. Не знаю почему, наверное, может быть, ей как-то... Что-то напоминало ее прошлое, может быть, она спортом занималась. Ну вот не знаю, этой части я совсем не знаю. Но она пошла учиться на фитнес-инструктора, прошла какую-то там сертификацию, наверное, там требуется сертификация какая-то, я не знаю. Она потратила, пишет, что потратила $8000 на то, чтобы пройти вот эту сертификацию и так далее. 5 лет назад Портнов Computer School стоила $3000. Три. Не 8, она стоила $3000. В чем проблема вот этого фитнес-инструктора? Дело в том, что либо ты находишь работу по найму, что на самом деле достаточно сложно, либо, ну или она не денежная такая, ну вот допустим, вот эти все, вот как я хожу, например, там спортом заниматься, там 24 часа фитнес, они копейки там зарабатывают, то есть зарабатываются деньги на частных уроках. Но частные уроки, это уже ты не просто фитнес-инструктор, это нужно делать бизнес. Понимаете, научиться там упражнения туда, упражнения сюда, или там где посмотреть и так далее, и сертификат получить, это можно. А делать бизнес, это совсем другое дело. И вот в итоге она идет вот по этому пути делания бизнеса. Проходит 5 лет, у нее нету свободной $1000. И при том, что 8 тысяч она когда-то за это за все заплатила. Света, вот скажи. Я обалдел, понимаешь? Я обалдел от того, что вот за это вот надо еще 8 тысяч было заплатить. Я разговаривал с девочкой, у нас студентка сейчас есть, я еще случай расскажу. Студентка, она получила лицензию на, я боюсь сказать, эстетишен или там косметолог, там какую-то лицензию она получила. Она вообще стрижет в основном, но лицензия позволяет ей делать больше. Ее лицензия, ей обошлась, вот выучиться и так далее, в $16000. 16, при том, что сколько зарабатывают эти люди, боже мой. То есть, ну просто, они не ночуют на улице, это да. Вот что ты скажешь? Я тебе скажу, что, понимаешь, как, когда ты находишься на распутье, да, и думаешь, по какой волне жизни тебе идти, так. Это задним числом, хорошо быть таким умным и сказать, зачем было тратить 8 тысяч, когда можно было потратить 3 и уже сегодня зарабатывать. Задним числом мы все как бы крепки. Задним умом, да. А вот принять правильное решение в конкретный момент времени очень сложно. Я помню, что у нас у самих была такая история. Мы приехали не очень давно
и уже даже успели поработать, и потом у меня закончился контракт, и время было не очень хорошее. Я осталась, в общем-то, месяца 4, наверное, я была без работы, такое тяжелое было для нас время. И мы в этот момент в газете прочитали объявление, что кто-то сочиняет резюме, а мы тогда были небольшие профессионалы в составлении резюме. И, по-моему, стоило, я уж не помню сейчас сколько, он тоже 1003. Я сейчас скажу, значит, среди объявлений о найме, которые публиковали всевозможные агентства, да? Тогда агентств мало было, может быть, полсотни всего на всю Кремниевую долину. Было тоже вроде какое-то агентство, которое, когда мы с ними уже поговорили, они говорят, что вот мы тебя будем маркетировать, мы маркетинговое агентство, мы тебя маркетируем, мы тебе делаем резюме, мы тебя учим как, что, чего, мы тебя формируем, значит, и вот ты на этом основании должен получить работу. Подожди, и стоило это, полный пэкидж стоило 6 тысяч, но ты у них была на сервисе, они с тебя взяли 3, сказали какой-то минимальный пакет, там туда-сюда. Ну, да. Неважно. Важно то, что мы в тот момент посчитали, что это для нас правильная opportunity. Да? А других не было? Да, других не было, и мы как бы не стояли на месте, мы хотели куда-то двигаться и что-то такое делать, мы посчитали, что это разумно. Кроме просто траты денег, причем довольно большой по тем временам для нас, нас большие деньги вот, были, да. Мы очень напряглись в этот момент, пользы от них не было никакой, то есть это полная афера, полная кидалово. Поэтому от ошибок никто не застрахован. Другое дело, что если есть... Вот сегодня, конечно, мир совершенно другой, не такой, как он был там 25 лет назад. Сегодня есть люди, которых можно послушать, и какие-то мнения, и что-то с чем-то сравнить. А мы тогда были новички в стране, нам некого было особо спросить, и вот мы так вот попали на это дело. Поэтому что же говорить? Вот человек выбрал в тот момент времени, ему эта opportunity показалась лучше. Вот с точки зрения нашего вчерашнего разговора, что откладывать жизнь никак нельзя, понимаешь? Нельзя сказать, что она ее откладывала, она просто выбрала направление, которое она считала перспективным, а жизнь показала, что она не перспективна. О, нет, она не только не откладывала, она пошла на какие-то жертвы, она вложилась. Да, как же, понимаешь? Да? Поэтому люди бывают, что неправильное решение принимают. И человек же не Господь Бог, чтобы всегда принимать правильные решения. Я тебе больше скажу. Может быть, по внутреннему своему как бы состоянию, по ощущению жизни и так далее, может быть, ей казалось гораздо более привлекательным и больше ее, понимаешь? Да, работать с людьми, конечно. Работать там чем-то таким, заниматься. Единственное, чего люди не понимают, вот ты это сказал, но я просто на что этом это бизнес? Акцентирую, да, что есть разные, наверное, в России это люди не очень понимают, потому что там это все очень тесно связано. Там бизнес, получается, дал объявление, к тебе набежала толпа. Какая-то. А я думаю, уже недавно не так. Ну, не знаю, мы просто плохо знаем, как там. Здесь так не работает. Здесь нарабатывать клиентскую базу, это очень и очень сложно, и требуется совершенно других умений и навыков, чем знание существа вопроса. Это совершенно другая область. И делать бизнес, и иметь в виду, что ты знаешь предметную область, это не одно и то же. Ты совершенно разные быть, вещи. Можешь быть асом в своей области и совершенно не уметь делать бизнес, у тебя все развалится, и будешь сидеть голодный и не иметь $1000 там на классы какие-то. Вот эти вещи нужно очень хорошо понимать, потому что многие пишут и спрашивают, а можно я приеду в Америку и открою бизнес? Да ради бога, открыть-то можно, дальше-то что? То есть для того, чтобы набрать клиентов, нужно очень хорошо понимать, где и как их брать, и наработать свой путь, потому что даже чужие пути, может быть, в твоей области работать не будут. Да. Все это делается совершенно индивидуально, под конкретный бизнес. У меня есть несколько видео по поиску работы, прохождению интервью там, и так далее, на русском языке. И они очень массово просматриваются. Вот одно видео, там практически 1 000 000 просмотров, чуть меньше. Там, уже не помню, там, которое из них, но под всеми этими видео, а их, может быть, я не знаю, пяток таких довольно популярных, под всеми этими видео кто-нибудь периодически пишет: «Боже, какой ужас! Это прохождение интервью, значит, делайте свой бизнес, вам никогда не придется проходить интервью». Это все равно, что написать: «Послушай, там, будь президентом там, Российской Федерации, и все эти проблемы
Тебе, да. тебе будут неинтересны. Ну, молодец. Нет, ну, делайте свой бизнес, Света. Ну, каждый же со своей колокольни рассуждает. Я вот посмотрела, там какой-то блогер вдруг возник вот в Suggested Videos, да? Да. Который приехал сюда ребенком. Он, наверное, возраста нашей дочери. Он приехал сюда ребенком, здесь выучился, получил даже образование какое-то. Но вид у него несчастный. Ну, он, собственно, как бы косит тут несчастного. Что он, типа, больной, у него какие-то проблемы, ему в Америке плохо, и то есть 5-10. И там еще, да, пожертвуйте там, на развитие канала. Да, но он хитрец. Это он хитрец, потому что у него есть блог уже на английском языке, и там он, наоборот, говорит, как зарабатывать деньги, и говорит, что вот я никогда не работал по найму, даже не могу себе представить себя работающим по найму, я всегда был типа таким вот продвинутым, всегда себе находил какие-то... Поэтому он больной. Заработки. Хорошо. Да. То есть вот он нашел такой... К чему вот ты клонишь? Способ существования, что есть люди, которые никогда не работали по найму, да, и вот они находят разные пути. Может, он там копейки получает с этого канала, но он считает, что он делает бизнес, понимаешь? То есть бизнес и бизнес – это могут быть совершенно разные вещи. Ну вот, хорошо, просто... Но советовать кому-то, да, вот что иди делай, да, даже как я, совершенно не факт, что в какой-то конкретной предметной области это получится. Поэтому осуждать человека за то, что он в тот момент принял такое решение... Да кто же осуждает? Нет, ты просто так вот, видишь, вот такая история. Я не об этом, я говорю вот о чем. Я говорю о том, что тестирование. Я просто лишний раз... получил подтверждение того, насколько мощно тестирование по сравнению с какими-то другими возможностями, на которые люди тратят годы жизни, Света, тратят деньги и приходят к каким-то там разочарованиям там, и так далее. И сколько там народу, я какую-то критику слышу там периодически, что тестирование то, и тестирование это, и так далее. Вот на 85-м а вы пойдите. Пойдите еще куда-нибудь, я на вас посмотрю. Я сделала ресерч, да, я пересмотрела все. Так, а потом left, то есть нам левая полоса. Да, да, так что? На левой здесь. Да, сейчас машину надо пропустить, так говорим. Now keep left onto California 85 North toward Mountain View. Говори. Я проштудировала все профессии, которые в Америке существуют, именно с целью того, чтобы найти какой бы то ни было аналог по заработкам, во-первых, сроком переподготовки. Альтернативу какую-то? Альтернативу. И альтернативы нету. То есть какая-то вот есть уникальная область, хотя в нее вскочить все труднее. Ты имеешь в виду что-то интеллигентное, скажем, не вождение трака? Ну, естественно, конечно. Да, сидеть в офисе все-таки, да. Дело в том, что... Так, нам нужно Mountain View, нам сюда нужно. Вот, дело в том, что сейчас требования усугубляются, да, то есть требуется уже автоматизация, уже сложнее стало немножко. Наверное, много лет тому назад, вот я помню, были такие области в IT, были программирование баз данных, туда тоже можно было за 3 месяца. Но это вскочить. Там уже лет 30 прошло, да. Да, да. И теперь здесь налево. Видишь, как хитро мы. Да. А, наверное, задолго до этого, то есть просто в саму программирование... А на Каболе было, писали, да? Да, на Каболе можно было тоже за 3 месяца поднаблатыкаться и пойти найти работу. Я знаю людей сегодня, которые вообще никакого отношения к IT не имели, имели самые разные профессии. В свое время там наблатыкались тоже на курсах за 3 месяца, как делать юзер-интерфейс. Света, то, что тестирование учить, да, мы были первыми. Но переучивать кого угодно в компьютерных, так сказать, людей, это было за 20 лет до нас. Да, конечно, конечно, но, да. Но сегодня практически вот тестирование, я не знаю, последний ли это остался вот такой вот путь в Силиконовую долину, да, черный ход за 3 месяца, или появится что-то еще, но во всяком случае эти все... профессии, они все-таки связаны были с IT на протяжении последних там 30-40 лет, и других мы не знаем аналогов. Другое дело, что не все люди все-таки в итоге, да, приспособлены сидеть за компьютером и тестировать. Вот это тоже нужно понимать, что если человек может заниматься фитнесом там и быть тренером, вовсе не факт, что он целый день, потому что это сидячая работа, в общем-то. Да, послушай, есть люди, которые самореализуются через то, что они тренеры.
Да. А есть люди, которые самореализуются, когда они поют, ну, нет, или рисуют. Нет, все правильно. Но... Я говорю, что тестирование, это нужно иметь определенные задатки. Там какой-то человек написал, а какие нужны вектора для того, чтобы стать тестером. Такой вопрос у меня был. Это, конечно, забавно, но конечно, нужно коричневый. Коричневый, конечно. Да, он должен быть тщательным, очень такой да, хороший. Да, усидчивый должен быть. Усидчивый, причем хорошо принятый коричневый, чтобы он доводил до конца все свои там да, тесты. Не надо сейчас вот эти цвета. Вот, так... Вопрос в том, что, понимаешь, человек принял 8 лет назад, там сколько, 5 лет назад, он да. принял решение такое. Но это его решение. Если сейчас он его поменял, да. Да, дай Бог ему в помощь, чтобы у него все получилось. Да? Это тоже не факт, что получится. Тоже не факт, что получится, да, потому да. что он не может усидеть. Я хочу сказать в этом смысле, что вот, например, я смотрю на Наташу Квик, да, и она на самом деле могла бы стать тестером, если бы пошла искать работу всерьез, чего никогда не произошло. То есть она у нас получилась, она не бог весть там чему научилась, но она могла пойти найти работу. Но вернувшись домой, она тянула там, она вот эта прокрастинация. Понимаешь? А потом она в итоге пошла в банк, но ты посмотри на нее, она вынырнула в реал-эстейте, где она абсолютно самореализовалась. Да. Понимаешь, и у нее бизнес идет, и у нее денежка зарабатывается, и у нее образ жизни. То есть, и самое главное, что ей нравится это. Существенно вот что. Человек, приближаясь к полтиннику, понимаешь, женщина, не стареет душой. А у нее, так сказать, сохраняется вот этот вот авантюристический такой запал. Она пробует это, она пробует то. Понимаешь? У нее, да, у нее тут не случилось, там не случилось. Но вопрос же вот в чем. Если человек 10 раз что-то делал, пытался сделать, и у него один раз получилось, то все вот эти вот, вся эта толпа, которая со стороны смотрит и говорит, боже, какой успешный человек, понимаешь? То, что он 9 раз обломился, никого не волнует. Надо, чтобы один раз получилось. Вот, собственно, и все. Поэтому мы не знаем конкретно про эту женщину, никто же не знает. Я не знаю, насколько она техническая, я не знаю, что у нее с английским. Там и так далее, и так далее. Во всяком случае, ее взгляд снова сюда повернулся. Да. И дай бог, чтобы у нее получилось то, что у нее, чего она хочет. Ну, то, что мы можем сделать, мы сделаем, мы не можем все на свете. Тут еще интересный момент. Несколько месяцев назад я прочитал в каком-то там бюллетене, который тут у нас в штате Калифорния, есть организация, которая контролирует учебные заведения. Вот нас, в частности. Такое бюро, назовем его условно. Вот это бюро опубликовала бюллетень. В этом бюллетене было написано, что предпринят наезд на буткампы, которых только в Сан-Франциско штук 15, а так вообще в Калифорнии их, слава богу, развелось. И они никак не лицензированы, они что-то такое делают. Ну и, в общем, на них такое, значит, либо прекратить деятельность, либо там в течение месяца легализоваться. И вот есть один буткамп, который я как бы, ну, можно сказать, боготворю. Это такое круто, понимаешь? И у них там на выходе средняя зарплата 105 тысяч. И они отбирают, они не берут кого попало. Они учат их там full stack, JavaScript, там development, бла-бла-бла. И у нас были ребята, которые туда не взяли, они вот к нам попали. Так вот, к чему я рассказываю? Я как бы в восторге от них. И какие ревью про них пишут. Причем ты видишь, что они пишут от души. 3 месяца. Они занимаются 6 дней в неделю по 11 часов в день. То есть просто какая-то фантастика. Там 20 тысяч стоит учеба. 20 тысяч люди из кармана платят. И вот тут на них наехали, и они уже как находящиеся в рамках, видимо, они, так сказать, вошли в эти рамки, они опубликовали свою эту самую placement. Вот так же, как у нас на веб-сайте висит наш placement. И мы раз в год должны подсчитывать, отчитываться по определенным правилам и так далее. Я когда читал то, что они пишут на своих веб-сайтах, так там получалось, что вообще поголовно все работают. Ну просто вот там типа 100%, причем их чуть ли не с кампуса разбирают. Света, 73%. 73%. Так и слушай, так и ты и у нас тоже не хуже. Мы не берем 20 тысяч, понимаешь? Вот, но у нас не хуже. Поэтому, но они не всех берут. Если бы я не всех брал, господи боже. Ну, в смысле, мы тоже отсеиваем, конечно, но у нас очень примитивный тест совсем, только пользовательский такой, базовый. Вот. Поэтому я лишний раз просто убедился в том, что тестирование – это не панацея, но это классная штука. Понимаешь? Вот
Вот я не к тому, что женщину осуждать, не дай бог. Женщина героическая, молодчина и все такое. Кто же скажет? И она приходит обратно, и она говорит, я надумала, я хочу, она рвется в бой. Слушай, она в свои 46 лет готова менять профессию. Это неплохо, Свет. Есть люди, которые в 35 уже считают, что они старые. Ну, надо с ней очень тщательно поговорить, насколько она готова. Может, она плохо понимает, что ее ожидает. Мы с ней поболтаем. Нам нужно левее встать, потому что мы не выходим на 280. Хорошо, сейчас, ну, надо пропустить. Ну все, наверное, я думаю, что мы на хорошую тему поговорили, правда? Да. Вот. Так что мы пожелаем успехов и женщине. Еще раз, чего можем сделаем, да, если она захочет этим заниматься. Хорошо станет. Вот. И я хочу пожелать успехов всем нам, кто движется, кто меняет профессию, кто меняет свою жизнь. И я так чувствую, Света, мы уже не остановимся что-то менять, то мы не худели с тобой, сейчас вот я начал там качаться. У меня теперь такой список вещей, где я хочу заниматься. Прямо видим, да? Левый. Значит, где я хочу там улучшить тут и там. Я уже не знаю, мне жизни не хватит все улучшать, но тем не менее я рвусь в бой. Так вот, всем нам, кто в движении, кто в динамике, кто хочет что-то в жизни изменить. Понимаете, мы все попутчики, и мы все в одной команде. Самое сложное в этой жизни – это быть в одной команде с теми, кто никуда не идет. Было очень приятно. Да. У нас вот эта вот группа, да, группа. На встречу судьбе в Телеграме. Группа в Телеграме, где знакомятся люди, да, на предмет создания, так сказать, отношений с целью, так сказать, совместной эмиграции. Да, и я, ты знаешь, что меня так согрело, там кто-то написал, вот у меня такие взгляды, кто-то написал, ну мы же все портновцы, и это, знаешь, это было очень трогательно. Ну, я не знаю, в чем смысл этого дела, близкие духом, по духу люди. Да, может быть. Единомышленников, это очень приятно. Понимаешь, когда молодые люди, у меня есть много тут и студенты, и просто переписка, и они говорят, что вот моя мама ваша фанатка там и так далее. Это я понимаю. Это люди нашего возраста, это люди нашего примерно воспитания. Мы все, что называется, там на одной странице находимся, так сказать. Это понятно. Но когда молодые, понимаешь, которые, в общем-то, они в другом контексте росли, и они тоже как бы вот, как ты говоришь, там портновцы там или что-то, не дай бог, мне это слово непривычное, но... Мне наоборот было очень приятно. Мы понимаем контекст, конечно, да. Но просто я к чему говорю, что вот те, кто в движении, те, кто не хочет, как сказать, вот есть такое слово «медиокрити», английское «медиокрити», это вот люди, которые... Ну, принимают какую-то такую посредственность. А так вот, вроде, да, все, ничего. То есть он не рвется, так вот принял. Можете в словаре посмотреть, там более точный перевод будет. Но вот смысл я вам передал. Поэтому мы не хотим никакой вот этой медиокрити в нашей жизни. Мы хотим на всю катушку, по полной. Вот, значит, давайте пожелаем тем, кто хочет, чтобы в жизни все было по полной, чтобы у них было по полной. Счастливо. Пока.